В 61 году она была написана, стихи, вернее, были написаны Евгением Александровичем Евтушенко. Такой достаточно смешной, курьезный случай. У отца было день рождения, а он в это время отдыхал, мы тогда отдыхали в РУЗе, потом творчество под Москвой, и он пригласил Евтушенко. Евтушенко пришел немножко раньше на день рождения к Арну Родионовичу, и вот когда я сыграл ему произведение, это «Не спеши», ну, наиграл мелодию, Евгений Саша говорит: «Дальше давай поспорим, говорит, на коньяк армянский, что вот я буквально за сегодняшний вечер напишу стихи». Насколько ему это понравилось, это произведение, насколько оно его вдохновило. И гости еще не собирались, он, значит, попросил бутылку боржома и, значит, в другую комнату ушел. Ну, гости приходят, говорят: «Евгений Саша, ну, пойдем за стол сядем». Он говорит: «Нет, нет, я работаю». И в конце вечера вот он написал эту песню, стихи на эту музыку. Говорит: «Мне, говорит, так приятно было, когда, говорит, я, говорит, спустя, говорит, там несколько месяцев летом отдыхаю в Коктебеле, заплыл в море и смотрю, белый пароход проходит, и оттуда голосом Магомаева звучат вот мои стихи на эту музыку, песня «Не спеши».